Привет всем, всем, всем. Город Бендеры. 12 февраля 2017 год. 21 час 17 минут. Меня очень-очень сильно попросили вечер снять нашего города. Мы сейчас находимся здесь. Может, пойдем посмотрим вниз? Прикольнее будет. Там освещается лучше. А там типа не освещается. Камера будет плохо писать. Ладно. Мы сегодня... Просто они никогда ту улицу вечером не снимали. Поэтому... Улица 12 октября. Пацаны, ну как вы видите, вот так вот у нас. Мы сейчас потихонечку пойдем. У нас очень сильный гололед тут. Что мне вам рассказывать, я не знаю. Я тут уже был недавно, на днях. Ну, ты можешь не обязательно об улице рассказывать. Ты просто попутно идешь, допустим, показываешь улицу, а попутно рассказываешь, что тебе приходит в голову. Что хочешь, то и рассказывай, например. Люди-то, в принципе, знают эту улицу. Они и так уже поймут, что тут, к чему. Во-первых, давайте начнем с того, что у меня пока нету интернета. Ну, а все это связано с тем, что... Ну... Мои финансы пока поют романс. Но у нас в Линксервисе есть очень хорошая акция. Ты можешь... ну, как это вам сказать... Попросить у них на сайте, что... Интернет в долг. Да. То есть, как будто бы, если ты еще не успеваешь оплатить вовремя, и чтобы тебе его не отключали, тебе дают 3 лишних дня. Ну, да. А потом ты обязательно должен на 4-й заплатить. Или, наверное, на 4-й. В течение 3 дней. А, в течение 3 даже. Да. Если не платишь, то тогда долг — двойная сумма оплаты за интернет. Ну, короче, вот представьте, пацаны. У вас 1 января в 0 часов... 0 минут, 1 секунду нету интернета. Ну вы так, ну что, надо идти снимать салют. Ну и вы берете, ладно. До 3 января, до 0 час, до 29. О, подождите, до 23 часов 59 минут. Да, и 59 секунд у меня есть время. Если вы, ну, по какой-то причине не оплачиваете, ну, предположим, болит спина, башка. Ага, или зубы. Ну, да. Или глаз дергается, там, допустим, на вас направили этот, какой-то сюрприз там. Да, или вдруг у вас не можешь добрый как, ну это на украинском слово. Если хочешь добрый как, то я попробую дюфала. Ну то есть по такой причине тоже можно не пойти заплатить. О, вот, вот этот вот домик купить, это кому надо. Да, тут можно привидение заснять, ну если они, конечно, уже не поубегали все. Привидения мне сами сказали, да нахрен нам такой дом с такими условиями. Нам самим тут некомфортно. Да, да еще тут двое ходят. Ага, снимают постоянно. И сюда, по тому гололеду. О, четырехлапый друг сидит. Где? Вот, черно-белый. Давай подойдем. Чувак, привет. Песик. Я, пацаны, я с вами не связываюсь. Не, не надо, не надо кормить их. Нормально. Да, он сейчас все съест, и что я буду? Одну, блин, съест, ничего страшного не будет. Вот одну и все. Если он вообще съест. Съест он, поверь мне, он съест. Он, видишь, как на людей это? Идем, а то он не найдет ее. Опа, у него глаза светятся. Не, пацан. Слушай, я на собаку говорю, пацан, что-то мне уже совсем, что ли. Это не твои друзья?
Ладно, давай. Ладно, ну что, мы пойдем дальше, то... Тут, тут какой-то сильно пахан, какой-то слой, наверное, начал что-то давить своим голосом. Да, сейчас еще хозяин выйдет. И да, будет как в фильме «Зубастики». Да, и мы будем играть твой Зубастика. У него оружие, что это значит? Мне в четвертой части понравилось. Тоже там был такой с оружием, там тоже было двое зубастиков, только одного не убили, а просто ему сделали лысую шевелюру. Лазер там типа это, иголки собрали, короче, сверху с башки. Он такой, я другой зубастик. Вот это был прикол. Так, ну что еще расскажем, а? О том, что все идите смотреть фильм «Прометей». Он будет называться «Чужой завет». Реклама может быть и не очень стоящая, но фильм все равно обещает быть очень интересным. Да, слушай, мы вспомнили инопланетную фантастику об инопланетянах и хищниках. Угу. Вспомнив о зубастиках, то идите лучше посмотреть телеисторию «Чужого». Тем более, если ее снял тот же режиссер, который снимал первый «Чужой», Ридли Скотт, то он должен быть очень занимательным и интересным, что бы кто ни говорил. Я по себе знаю. Короче, это спуск. Если у вас есть санки и чипсы, то мы вас ждем на этой улице. А прежде я тут рассказывал, тут так вот, вот сейчас будет такой переулочек, дядь. Вот он. Вот он. Мы с шерифа идем, не надо нам мешать. Может, так вот, вон там дом стоит. Пойдем. Ой, не знаю. Я тоже. А какие там бегают доберманы? Может быть. Так. Ой. Домик неплохой. А? Домик неплохой. Справа. Дави. Давай. Слушай, ем чипсы с крабом, а крабов нету. Ну все, думаю, это остальное тебе уже. Чилкин какой-то едет. Так у нас тоже видеорегистратор. Ага. И мы передаемся в космос. Да. Мы это все продаем сразу на полицию или выбрали. Ха-ха-ха!
Мы тебя запомнили. Приезжаешь. Ой, блин. Давай. Какой классный момент пойти хотя бы снять поле, походить по полю. Вот, кстати, дорога на поле. Ну, почти. Сзади кто-то едет. Ну, раз у меня идет сзади, то можно идти по этой стороне. Маньяк-таксист. Все. Доел. А? Говорю, доел. Я хотел тебя спросить. А ты бы за 12 минут прошел бы улицу 12 октября? Это вот эту, что ли? Ну да. Ты имеешь в виду аж до 9 школы? Ну конечно. А, за 12 минут? Ну, думаю, да. Ну вот улица называется 12 октября. Вот блин. Не, ну... Не, ну ты скажи нашим теледачам, что да, я реально. Не такая уж наибольшая, но в принципе да, реально отойти за 12 минут. А что? Сомневаешься? Да нет. Я вовсе не сомневаюсь. Пойдем сейчас скажем, чтоб нам интернет подключили или как. Я просто никогда этой услугой не пользовался. А прикинь, они меня не подключат. Угу. От... Вот интересно, там служба поддержки есть? Не, ну он должен работать там до определенного времени, я так думаю. А? Не, по-любому должны подключить. Ну там же все автомат делает, да? Программа. Ну да, ты только запрос посылаешь, да и все.
Ну да, такой запрос делаю, они такие, ну все, ты попал. Угу. И я такой, что значит я попал? Все-таки дома показать, то еще скажут, где-то тут. Тут лазят двое. Ну а теперь заборчики наши. Опа. Ой. Ну что, давай дойдем до этой, до второго дома. Да, детской, да, и спустимся, да, пойдем к себе. Хотя там, наверное, еще такая горка уматная. А, кстати, ты тут катался ли, когда был в детстве? Вот с этой горки до улицы Панфилова. Ну, по улице Панфилова, вернее. Вот так вот. Ездил? Я вот до 16-этажки доезжал, ну, не доезжал, но до поворота доезжал. Вот такая горка была, ты что? Ну, он такой и осталось. Не, когда-то это было. Ну, просто ты сейчас не катаешься, поэтому не было. Катался бы ты сейчас, было бы то же самое. Я здесь гулял часто в детстве, но вот кататься или нет, с этой горки я не помню. Санок у меня не было, а на жопе чисто кататься я не катал. Угу. Только в том случае, если я случайно падаю и качусь уже по инерции. Ну это да. Но такого не было. Да, да. Кто там пукает? Не знаю, кто там где-то да. Идет. Да. Гремлины. Зубастики обождались чего-то мяса. А, зубастики съели того, кто обождался гороха. Ну и кто это был? Откуда я знаю? Тот, кто съел горох. Ну или какие-то бобовые из дяди, а зубастики его сожрали тоже впереди наш. Мы же говорим за современных зубастиков, а не за тех, кто были в фильме. Мы еще первый дом не пришли. А тебе, я тебе поэта. Да. У Вани собака есть? Не, нету. Значит, это не он. Ты так думаешь? Ты сам сказал, что нету. А вдруг он сейчас это... Сейчас, наверное, собаки нету. Зачем себе приобрести, как ты не знал, да? О, опять ты на луну не посветил. Где луна? Вон луна. Я надеюсь, не голубая. То мало, песня родная поется. Вот наша луна. Полная вижу, короче. Как-то странно земля перекрутилась, ну ладно. Не понял. Вниз. Да, вниз. Куда еще вниз? Ты мне такое ощущение, что один и тот же ездит. Типа я вас запомнил. Ой.
Реальный пацан. Да мы общаемся, не мешаем. Да. Свет, ты чё наделал? Что за фигня? Что я им сказал? Ты сказал лати на полнолуде. Ты сказал. Не, короче, я пошел по детке вниз. Не. Типа зубастики наступают. Пьячки здесь. Да. А что за машина? За Колумба. Да. Интересно очень. Я заслышал, это Мерседес был. Ну вот как раз такой можно и это. Что-то мне... А нет, что-то меня шатает от этих чипсов. Всё, сзади машина. О! И тут хорошая гурка, я вижу. По-моему, ни хрена не видно. Опа! Я не понял, мы куда-то, мы где-то заблудились. А, мне побольше всего понравилось, что тут это, в бабу, когда, ну, вторая часть, когда они прилетели. Помнишь? А, он вообще-то сначала хотел на Фредди Крюгера перелететь. Оба. Тут такая дорогая машина, я еще туда мне надо. Ну все-все у нас. Я думаю, если бы он успел превратиться во Фредди Крюгера и сказал бы голосом Фредди Крюгера. Мисс Крайтон! Это было бы реально классно. Угу. Понял? И своими этими четырьмя этими лезвиями. Окна это так. Да. Ну что, пацаны? Мне понравилось, как его медленное превращение показывали в первой части, когда полностью стекала кожа. Мы увидим череп, и как соки перестраивались, на клеточном уровне переформировывались и перевоссоздавали новую плоть. Вот это было классно. Смерть, край там. А что это такое? Вот, давай отсюда съедешь. Нет, спасибо. Помнишь детство. А что, как раз гонка для тебя. Это гонка для взрослых. Слишком крутая. Я не понял, что там только ты. А это незваный гость. Просто ты прям на трубе. Охренеть. Можно увеличить их, между прочим. Попробуй. Не, пацаны. Ну вот нафиг. Ну смотри, временно перестали. Смотрят, кто их там позвал. И сейчас будем продолжать дальше. О! Я не могу понять, что тут около 39-го. Они общаются.
Да не общаются? Да, не общаются. Типа, я тебя сейчас изнасилую. Да пошел ты в жопу, я тебя сам изнасилую. Сейчас буду спорить еще часа два, кто кого изнасилует, и потом начнется. Ну ладно, я не буду мешать. А, короче, мы, короче, идем шипчик пить. Все забыл вам рассказать. А, ты сейчас не хочешь шипчик пить? Ну ладно. Ну домой придем, что я сейчас буду. В холод этот. Какая чудесная великая лепа. Плохо, что винтик не любит космос, да? А вдруг среди наших зрителей есть те, кто любит космос. Ну, мы иногда вам и космос показывали. А вот, видите? Снимает только, блин, этот. Одни улицы. Вот, алло, да, луна. А, луна. Ну, ни один раз я еще не видел, чтобы оттуда что-то вылетало, когда мы на нее светим. Может быть, мы тут пропускаем, не вовремя светим. Может быть. Звезды бы хотя бы иногда снимал. Вообще, не помешало бы нам с тобой скинуться, купить для начала на двоих одну хорошую подзорную трубу. А потом еще одну. И было бы у каждого по одной подзорной трубе. Мы бы снимали видео прямо натуральных величин планет. Той же Луны, Марса, блин, нашей Солнечной системы. Что, было бы прикольно. Я бы своими собственными глазами хотел посмотреть на... А то через этот Хаббл полком ни хрена не видно. Я вообще не вижу там ни одних снимков, похожих на то, как нам показывают по телевизору. В этом интернете лазю, ну нифига. Короче, полная лажа. Хотя бы один снимок того, что на солнце какой-то объект был. Или там еще что-то, как вот показывают по телеку. Вот эти снимки удаляют. Там, наверное, специально уже начали их удалять. Вот так вот. Потому что то, что там в прямом эфире онлайн, это все туфта, ничего там не в прямом эфире, там просто обычные записи. Прямого эфира я тоже не находил. Ну, она как бы дает эфир, только, наверное, там через определенное время они прокручивают. Ну, я 4 раза подряд заходил, прямого эфира онлайн телескопа вообще не было. Только готовые снимки. А так мне интересно, я хочу в прямом эфире смотреть, что там происходит. Снимки ты понимаешь сам, что там можно удалить то, что нужно, что кто-то видит. А если в прямом эфире, то там уже сразу ничего не удалишь. Ты это увидишь в любом случае. Даже если ты не сможешь доказать, что ты это видел, ты, по крайней мере, сам знаешь, что ты это видел.